Друзья, всем привет, добрый день. Это снова Дубинский и снова ДБР. Вчера я записал видео, в котором рассказал, как офис президента всячески пытается сохранить судьей по моему делу подружку Татарова, судью Шапутько Печерского суда. Я в этом видео рассказал о том, что 60 дней меня никак не могут вызвать на допрос по этому страшному преступлению, сфабрикованному по заказу Ермака Зеленского в исполнении Татарова. И вот сегодня срочным порядком следователи ДБР таки пригласили меня на допрос впервые за 2 месяца после вынесения мне решения по мере пресечения. Вот я хочу их предупредить, что допрос этот будет содержать в себе очень много сюрпризов. Ну как сюрпризов? Новых для следствия данных. В частности, мы вот сообщим о том, как высокопоставленные лица офиса президента давали указания о публикации пленок с голосами, похожими на голоса Байдена и Порошенко, а потом пытались легализовать эти пленки через создание специальной следственной комиссии Верховной Рады. Я это все здесь изложил. Хочу, чтобы эти материалы сейчас приобщили к делу. Я специально записываю это видео до допроса, чтобы потом никто меня не обвинил в разглашении данных досудебного следствия. Буду настаивать на том, чтобы были проведены перекрестные допросы и очные ставки с Ермаком, Татаровым, Шефиром, Зеленским и другими лицами, которые в 2019-2020 году давали своим, скажем так, народным депутатам, работникам офиса президента, работникам прокуратуры и других структур указания, которые фактически на... по моим оценкам, могли быть вмешательством в процесс выборов в Соединенных Штатах Америки в 2019-2020 годах. Так что, ребята, вот он сюрприз, вот мои показания. Я их несу в ДБР. Готовьтесь и получайте их.